Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Захотелось деду на улице поговорить. Подходит он к гаишнику и говорит: «Стоишь?» Гаишник: «Стою, дед, стою, служба!» Дед: «Что, с утра до вечера стоишь?» Он ему отвечает: «Да, стою, служба!» Дед: «Слушай, а что, и ночью тоже стоишь?» Он ему: «Да стою, дед, стою, да!» Дед: «Слушай, а вот, например, жара или дождь, тоже стоишь?» Он ему отвечает: «Да стою, дед, стою, и днем, и ночью, и зимой, и летом, и холодно, когда, и жарко, стою, дед, стою, тебе понятно?» Дед такой: «Да, ты посмотри-ка, хороший из тебя бы причиндал получился!» Ну, как вам анекдот? Понравился? Интересно даже? Пишите в комментариях. Хотела вам еще сказать, какие вы хотели бы анекдоты слышать, чтобы больше всего я рассказывала на своем канале. Может быть, у вас есть какой-то свой прикольный, классный, такой прям взрывной анекдот. Пишите, не стесняйтесь, и я их с радостью расскажу на своем канале. Спасибо вам всем за просмотр. Всем пока-пока.